Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Все дело, вот сегодня тут черенковал лимончики, лишний прирост. Вот от этого лимонного грузинская ветка была здоровая такая. Я ее пообразал всего, пускай снизу прирост пускай. Ну вот я сидел, тут загули мои пчелы. И вышел с моих хваленых бакфастов рой. Вышел рой и залетел он за забор, за высокий, туда в изгородь. Что я скажу, он повесил раевню, видно там, он висит, раевня, повесил раевню, но они низко над землей летали, и там же я под той яблоней нашел матку. Матку я сразу зловил руками, занес, посадил клеточку и на леток. Матка красивая, вот бегая, большая такая, вроде светленькая, хорошая. Предыдущая с этого вот улья взяла, пропала, приклеилась клеточка крыльями к меду. Меду и пропала, короче. Вот сижу да думаю, что с этой маткой делать. Светлая, пузо хорошая такая. И отсаживать неохота, и убивать неохота тоже. Покупал в том году сейчас свежая матка. Плодная. И пчелы что-то не возвращаются. Может, еще какая молодая уже вышла. То, что вчера дождь был, не погода. И раньше не погода была. Может, уже где были заложены маточники. И вышла матка молодая. То, что сидят в районе. Правда, я там котовником намазал. Так они сидят, не знаю. Сидят из-за того, что котовник, или может матка из чайка вышла. Хотя они туда зашли вот. И по земле много бегала. По земле бегала под яблони, я нашел там матку. Принес сюда эту матку. Думал вернуться, аж сидят покуда. Еще, наверное, не обнюхали, что матка в улей назад пошла. Занес. Такий вот трутень. Не сильно светлый. Бакфаста. В оригинала. Посветлей. Трутни. Вот у меня. Это бакфаст четвертый год, что не роился. Так тут трутни такие вот. Пузо рыжие, светлые. И пчелы сами светлые вот. Не роятся. Уже четвертый год. Матка старая сидит в этом году. Башу ее. Когда проверял. Ну а эти, что я в том году бахвасты подселил, этот я обрывал месяц назад маточники, но он все равно троился, и этот обрывал, троился, и этот. Короче, такие бахвасты, как не бахвасты. Вот жду, покуда рой начнет возврат, но не возвращаться что-то. Может, еще какая матка вышла. Сейчас. Послухать надо. Прислоню ухо. Послушаю, может, молодая матка. Уже вышла. В принципе, улей глухо, ничего не пищит, не квакает, значит, на котовнику покуда сидят они в районе, да на старом запахе раевом. Я тут заборы выбил три штакетины, надо калитку сделать, то что каждый год выламываю, за раями этими бегаю. Вот они посели,
крутятся. Кто снизу сидит, кто в районе. Ну, посмотрим, что тут у нас делается. Будут они возвращаться или так в районе будут сидеть. Вот тут я матку словил под низом, под районе. Суетятся, пошел матки, значит, не будет в районе. Это на котовник сели, да сидят. О. Короче, пчел много молодых. Нелетных. Ну так, они сюда то долетели, посели да сидят. Вчера ливень был, гроза. С 3 часов дня и до 12 ночи. Гроза с ливнем была. И пчелы сейчас сели вот на землю, сыро тут, да, ползают. Да тут матка бегала. Бегают и пчелы по земле. Я топтаться особо не буду, наверное. Потом приду, половлю сюда. Ох, раища, бляха. Еще таких раев у меня не было. Крупный. Забита раевня до половины, видно, он на доске. Этой задвижной на крышке. Хотя я только что раевню вот снять пришел. Да занести туда кулью. Ну, начну снимать, наверное, они струсятся, попадают. То, что по любасу не выйдя аккуратно снять, по ветках лазячи. Да попадают на землю с районе. Ну, сейчас погляжу. Может, как-нибудь сниму районе, да занесу аккуратно туда к ульям. Занесу к ульям, да поставлю того, что на улице. Опять вот к обеду затучило все. Вокруг может гроза начаться. Они покуда слетят обратно к улью сами, то может дождь застат, да помог, намок немного, да пропади. Ладно, пойду я снимать. Вот так я и говорю, снимал в районе, да на землю много пчел обсыпалось. И сразу с районе пошли вон вылетать. Ну через ту дырку с районе с полной плохо будем выносить их. Может, хай все-таки сами улей возвращаются. Не буду трогать то, что разлетались. Пошевелив их, разлетались сильно. Ну пчел полная коробка. Что такого роя не было, еле раевню снял. Крючок алюминиевый слабый, уже один год был разогнусь, да упало. Ну раек крупный таки. Вот она до половины забита. Это килограмм, наверное, 4 будет, даже более рой. Полулея пчел вышло. Да и толстые все, меда много набрали с собой. Бляха. Лестницы тут нема, а так бы еще крючок аккуратно разогнул, да с лестницы снял. Ну, видите, сколько пчел. Наверное, я снимать их не буду все-таки нести куда-то. А то, что погубятся, в траву попадают. Бляха, ветки эти. Ну, вот и лезут кругом. Эх. Много в траве пчел сидит тут на земле, не буду топтаться. Гляну в районе, что там делается. Хотя нет,
Вообще уже полностью районе, ну, то до половины висели просто гроздьями. Бросаться начали. Припотел я малость на улице. Парит земля сырая. Вчера, я же говорю, с 3 часов дня и до 12 ночи. Ливень, гроза была. Припарило конкретно. Сейчас днем солнце припекло, припарило хорошо. Сейчас уже около 2 часов дня. И вышел вот первый рой у меня. Первачок. Ну, месяц назад я эту семью глядел, маточники все ободрал. Но все равно он вышел. Там две надставки у меня всего лишь стоит по 20. То есть по 10 полурамок. Две надставочки, это маловато для их массы. Я вот смотрел надставки, они уже залитые полностью нектаром, медом, можно сказать, на стадии запечатки уже. И видно, им работы нема, того и зароились. Наверное, снарожу сегодня две надставки, 10-рамочные. Переберу всю эту семью. Ну, как переберу, маточники оборву. Подставлю все две надставки и обратно бухну старую матку. Того, что посмотрел, красивая такая, толстая. Жалко ее уничтожать. И отводок неохота делать никаким. Короче, я эту матку обратно запущу. Ну и буду ждать в течение 2 недель, месяца, рой опять. Если надумает. Ну такая матка ничего плодовитая. Так и роища выпустила. Короче, хай покуда висят. Наверное. Хотя, сам не знаю, что делать. Я с этой раевней эту дырку просто не пролезу толком. Начнут расшиться, то ломиться, то хреново дело будет. Наверное, все-таки попробую. Сейчас нашу камеру мы отставим в сторонку. На забор сюда. Поставлю на забор. Пойду двумя руками снимать раевню. Ой, еле снял. Короче, рой. Килограмм, наверное. Около 5 даже будет. Сейчас такую раевню не носил в этом году с раем. Блин, раевню. Легкие, это вот. Хорошенько напрягаться приходится. С этим райком. Конкретный рой. Так, аккуратно. Просуну. Бляха. И на землю не поставишь снизу пчелы. Зацепил ж малость. Шапка из-за гвоздь на заборе. Фу. Жарко, конечно. Припарило конкретно. Все, коробка с пчелами висит возле улья. Сейчас я туда решил забросить эту матку.
плодную. Заброшу в районе, чтобы они не слетели обратно в улей. Заброшу туда ее, даже пойду возьму проволоку, подвешу. А что, чтобы не слетели? Сейчас я эту семью буду перебирать. И чтобы меньше количества пчел было в улье. Того, что если эта вся толпа улей высыпется назад, сейчас залетит, то перебирать плохо будет, а так на большую половину улей пусты будет. И сами поняли, легко будет перебрать семью эту. А вечерком это трое обратно высыплю со старой маткой. Ну эту матку я убирать не буду, хай. Хорошая, плодовитая такая. Хотя и в этом улье в соседнем Бахваст было в синем плодовитая. Ну крыло я что-то поврежденное какое-то было. И наполовину меньшая была, хоть плодная, ну пропала, я же говорю, приклеилась крылом и все. А с этого улья, вот тоже Бахвасты рядом стоят с того года в этом желтом. Я хорошему человеку в Пинск завез. Отдал матку, хай. Он отводочек сделал. Будет отводочек на матке. Ну, думаю, будет все-таки Бахвас. Человек там неплохий мне прислал маток. Нормальный. Одну он мне подарил. Ту, что 4 года уже сидит. Это такие с нашим трутнем погуляли, то пчелы райливые немного, но плодовитые сильно. Может и Бахвасты. Так что эту я назад заброшу. А там, можно сказать, поменяются матки в двух этих ульях с того года. Ну, тоже будет кровь Бахваста. Да и трутень уже хороший тут летает у нас. И карнику начали разводить, и Бахваста-то трутня много. Импортного. Пойду сейчас возьму проволоку, подвешу клеточку, чтобы висела там на сетке сзади. Все, подвесил я клеточку туда на решетку. Там что осталось? Прилетит, думаю, сюда дорогу назад. Найдусь пчелы. Что не найдет, так пойду пособираю. Вот клеточка наша висит, видно. Проволочка выступает сюда. Можно даже за маткой будет наблюдать за состоянием. Сейчас буду пытаться прикрыть эту богадельню. Да понесу в подвал. То, что на улице сильно-сильно припарило будет, скорее всего, что гроза сегодня опять. Так что аж сейчас было в планах отдохнуть. Сегодня праздник, всех с праздником. Миг Николайка же. Это Никола праздник. Короче, хотел я лимоны сегодня посоренковаться, отдохнуть, но пчелы не спрашивать особо. Праздник, не праздник, отдыхать, не отдыхать, работай до игоди. Так что я сейчас это дело все закрою, занесу в подвал. Покуда грозовых туч не видно, чисто такие плавают по небе. Попытаюсь перебрать семью и поставить еще две надставки им. Под сотовый мед снаружи надставку. Там такие полуотстроенные рамки, отстроенные немного. Хай строить и... Может еще какую. Или может одну поставлю хотя бы. То, что покуда начну снаряжать все, да это так дождь еще их начнется. А мне эту семью надо перебрать все-таки. Ладно. Буду заканчивать на этом. Сейчас я эту семейку причиняю в районе пчел, вернее. Что останется, попадая.
забежать в улей в этот, вот они рядом тут вышли с этого улья. Тут метр расстояния. Так забегут, что останутся. А остальное в подвал, перебираем семью и вечером обратно их тусуем. Идея, конечно, с обратным заходом этих пчел, то не очень. Могут опять роиться. Или же надо 5 магазинов ставить по 10 рамок, чтобы объем большой был. Ну, матки с нашим трутнем погулявши, это не бахвасты особо. Тоже роили вы. В этом вот, например, столько маточников сорвал, что у моих даже столько нема. На каждой рамке по 10 штук было, а то и по 8. Ну, не на всех рамках, но на 5 то точно было усыпано маточниками. Это матка от бахвоста. В этих я сорвал, тоже были маточники штук, наверное, 10. В этих то вот, что матка пропала, крыльями приклеилась к клеточке, то тут было немного так, штук 5, но весь улей 6 маточников. Ну, а эти, что мне подарили матку вот в этом улье, более под оригинал, то там у меня, они весной, гляжу, поджалые яйцо уже в мисочку заложили, но все равно я оборвал там пару мисочек, они не на самих сотах, а сверху на планке залаживали маточники, на планке верхней, сбоку так, и в рамке, и я оборвал, потом расширил, они не роятся, сидят, ну это видно, что бахвасты. Ну а тут уже такие пчелы, помеси. Засыплю назад, там понаблюдаю, зароятся, не зароятся. Ладно, буду я на этом заканчивать, закрою роевню. Да буду работать, потому что болтать много можно, а робить надо, можно сказать, одной минутой, то что дождь позже да и годе. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, ну, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.